Нуб против про, против читера, против донатера в Бравл Старс. Ребят, ну а перед просмотром обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ведь если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, вы увеличите себе шанс на выпадение леги. Не верите? Прямо сейчас спуститесь вниз, поставьте лайк, а также нажмите на кнопочку подписаться и рядышком колокольчик. Ну и не забывайте писать в комментариях, какой у вас сейчас ранг и какие ваши любимые бравлеры. Приятного просмотра! Нуб! Я уже 5-й ранг и потихонечку становлюсь все сильнее и сильнее. Так, я вот сундучки вот эти думаю, наверное, оставить на потом. Потому что, потому что я хочу их сразу много открыть. А так по одному открывать неинтересно. И вот эту награду я тоже не хочу пока что забирать, потому что потом я на сладкое это оставлю. Я ее как открою, и у меня сразу же выпадет что-нибудь крутое. Так, я, наверное, за Шелли не буду играть, потому что Шелли уже 5-й ранг. Это очень высокий ранг. И у меня есть еще 2 бравлера, за которых я могу поиграть. Скорее всего, я выберу вот эту Ниту, потому что у нее есть Мишка вот такой. Да, Мишка классный, очень такой прям плюшевый, я бы его сейчас обнял. Ну ладненько, я выбираю Ниту. Ого, какая крутая Нита-то, ах, какая. У нее такой еще браслетик висит, классный. О, здорово, я тоже хочу такой браслетик. Так, ну что, ладно, я, наверное, пойду в столкновение или захват кристаллов. У меня вот открылся новый режим, но я не уверен, что я хочу туда пойти. Я, конечно, сходил, мне понравилось, я победил, но захват кристаллов как-то тоже круто. Ладно, давайте мы, знаете, как попробуем. Я парный не ходил ни разу. И сейчас мы с вами посмотрим, я справлюсь вообще или нет в парном. Я так-то нубик еще. Я не особо-то разобрался, что здесь нужно делать. Но одно я знаю точно. За Ниту надо вот так вот, смотрите. Вот так вот встаем. И бабах, бабах, бабах. Все вообще ящики ломаем. Это я как про действую. Я настоящий про. Оп, оп. Нет, я не хочу этот ящик ломать. Я лучше 2 сразу сломаю. А вон тот мой союзник, который банками пуляется. Какой-то я непонятный бармен, что ли он. О, у них тоже бармен есть. Здорово. Здорово, ой, мужик с кулаками, я не знаю, как его зовут. Ого, там какие замесы жесткие. О, это все наши вот эти штучки, энергетики какие-то. Так, 2 команды осталось, и мы, скорее всего, сейчас победим, наверное, да, я думаю. О, бармен всех уничтожил своими бутылками. Вот это ты бармен крутой. Я тебе лайк хочу поставить, только я не знаю, как лайки ставить, конечно. О, чего? Я был 1-й уровень и стал 3-й сразу же. Новый уровень, новый ранг. Что? Сколько же мне дали наград-то? Очень много. Бр-бр-бр-бр-бр, сразу 9. Ого! Вот это, конечно, много мне насыпало. А что это тут? Ну-ка, давайте посмотрим. О, новый боец! Новый боец! Хочу нового бойца. Ну, хочется копить. А может быть, открыть? А может быть, не надо? Блин, я не знаю, как поступить. Я, наверное, вот здесь все-таки заберу. Давай. А, здесь, конечно, ничего не упало. Ладно, давай, Кольт, 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 да, это же Кольт. Да, мой новый боец, я хочу его опробовать, я хочу тебя опробовать. Кольт, ну-ка, какой ты крутой револьверщик. Я хочу таким же быть. Ладно, все, берем. Я точно такой же, это самый крутой, наверное, персонаж. Самый крутой, да, это мой новый, самый крутой персонаж. Ну что, я сейчас всем покажу, как надо сражаться-то, а? Сейчас получите у меня все. Профессионалы готовы к битве. Ой, мужик какой-то, это, рестлер, да? Рестлер какой-то тут бегает рядышком со мной. Рестлер, я тебя не знаю, как тебя зовут, потому что у меня еще тебя нету. Когда я выбью его, я буду знать, как тебя зовут. На, получайте, получайте. На-на-на-на-на-на-на. О, бармен. Я чуть не умер. Ого. Я хотя бы выжил. О, ультимативная способность. А что она делает, интересно? Так, я не знаю. Давай вот туда вот сейчас так. Пррррр. О, я косой. Я косой. Так, тебе на, получай. Я автоатакой буду лучше лупить. Ой. Я случайно в газик зашел. Уай, отстань. Есть, мы его убили. Мужик был против мужика. Нет, ну я тоже же мужик, только с револьверами. На, получайте, я сейчас вот так вот. На, получай. Так, это кто? А это Нита, за которую я только что играл. Тихо, на, получай. Есть, убили. Убили, Андрей остался. Андрей, получай. О, а это кто?
На, получу! Я вообще крутой пулеметчик какой-то, револьверщик. Ой, а куда я стреляю? Надо вот это поломать. Это же ломается, да? О-о-о! Я теперь знаю секрет этой карты. Тут штучки ломаются. Ой, бармен был один. И мы победили. Ха-ха-ха! Да, мужик, мы с тобой крутые. Я мужик с пистолетами, а ты просто мужик с поясом. И в итоге мы с тобой лучшая команда в Бравл Старс. Ты согласен со мной? Да, я вижу по твоей улыбке, что ты согласен. Я Кольт, а ты мужик. И мы лучшая команда. Плюс 9 кубков. Кубки. Ну что, я еще плюс 9 себе сделал. Да. Теперь у меня всего 70. И я становлюсь настоящим про. В скором времени я буду самым-самым крутым. Интересно, а здесь есть какой-нибудь топ игроков? Чтобы я был среди них. Ждите, скоро Кольт вас всех порешает. Ху-ху. Про, какой же я классный скин себе купил на Пайпер. Ой, он самый, наверное, крутой из всех, которые у меня есть. Бравлеров, конечно, у меня достаточно много. Блин, их надо все поулучшать, конечно, еще. Но у меня слишком мало золота. Надо, наверное, нам идти и занимать топ-1 за вот эту прекрасную Пайпер. И, конечно же, апать себе, наконец-таки, 9000 кубков. Потому что я чую, что вот здесь, вот в этом мегаящике, нам упадет какая-нибудь Лего. Ну, а побеждать и брать топ-1 я буду за Пайпер. Ах, какая она красотка-то. Я пошел в бой. О. Это Брок. И он хочет от меня детей. Ну иди сюда, Брок. Иди сюда. Ну ладно, что ты? Блин, деревце это, пенек. Должен был косарь отдать, Брок. Брок, косарь отдай. На, косарь отдай, я сказал. Лол, у него там вообще мало хп. Я пока стырю вот эту банку. И Брок где-то... О, ну Броки, тебе пока пора домой, Брок. Брок. Он просто умер от зоны, лол. Ладно, у нас две баночки есть и почти ульта уже готова. Надо проверять все кустики. О, там слева и справа у нас, да, враги. О, я тебя вижу. Я не знаю, получится у меня взять топ-1 или нет. О, там Динамайк разошелся. Лол, Динамайк, отвали. Отвали, черт! Я, конечно, немного тупанул, но в итоге я убью все равно этого Динамайка, и у нас уже столкновение. Блин, там против меня вроде бы сейчас Пенни, у нее очень много банок. Да, это Пенни. Пенни. У нее 9 банок. Оу, больно, Пенни. Ты же знаешь это, Пенни? Больно? Лол, изи топ-1. Вот это, конечно, да, нормально. Плюс 10 кубасиков. И, блин, чуть-чуть не хватает до 14 ранга. И, кстати, мне очень интересно, ребят. Вот вы сейчас смотрите это видео, напишите в комментариях, сколько у вас ящиков. И копите ли вы их? Я вот, например, люблю копить. Ну, а вначале я их сразу же, ребята, открывал. Ну, а вы как делаете? Напишите в комментариях. Очень интересно посмотреть. Читер. Ой, сколько уже можно этих аккаунтов создавать? Мне уж надоело эти аккаунты создавать. Я все читерю. Себе гемы делаю. Можно сейчас вот опять снова себе сделать, например, соточку гемов. А вот так вот заходим в программку. И вот так вот делаем себе гемы. Изи, соточка гемов. Вообще не понимаю, кто парится, кто не парится по поводу этого. Берем вот так вот себе гемы накручиваем. Так, ну я хочу, например, себе накрутить какой-нибудь 20, ну давайте 20, например, ну 20 ранг, пусть будет 20 ранг, изи. Изи 20 ранг, например. Так, что бы еще себе сделать? Зачем я вот парюсь, что-то делаю, если меня все равно возьмут завтра и забанят? Но зато знаете, как весело, когда можно вот так вот почитерить. Например, берем вот так вот, делаем, бац, и у меня сейчас... Смотрите, сколько кубков. Изи, вообще изи. Можно себе и больше кубков сделать. Ну, блин, конечно же печально то, что вот это сразу пресекает и сразу же меня банят. Ай-яй-яй, поэтому я не советую никому читерить, потому что это карается баном. Не читерите. Ой, даже... Я даже не успел ничего сделать, даже поиграть одну игру не успел. Лол, я только хотел себе сделать пассивки, еще себе скинчик хотел сделать, еще и Леончика разблокировать, но не успел, меня сразу же заблокировали. Какие, а? Разработчики крутые, конечно, супер, классно работают. Ну ладно, придется себе новый аккаунт создавать. Донатер.
Что-то мне хочется пооткрывать сундучки, потому что посмотрите-ка, у меня 3 персонажа всего не хватает. Блин, и еще одной пассивки на Брока не хватает. Я хочу пооткрывать большие ящики, поэтому я хочу задонатить. Я хочу задонатить и хочу задонатить довольно-таки много. Доначу себе еще 170 кристаллов и буду открывать большие ящики. Хочу пооткрывать большие ящики. Ну, просто захотелось. Просто мне захотелось пооткрывать большие ящики. Ну, что в этом такого? Задонатили мы и... Плюс у нас ровно 300. 300 кристаллов. Обалденно. Я, кстати, могу купить себе Бомеха. Бомеха классный скин, слушайте-ка. А давайте-ка мы себе приобретем какой-нибудь скинчик классный. Например, на Беа я хочу себе вот такую божью коровку. А почему нет? Я себе ее приобретаю. Изи. Изи божья коровка. Классный скинчик, мне нравится. Так, ну кто-то у нас еще крутой брейкдансер Брок. Кстати, неплохо выглядит, но нет. Бомеха, конечно, классненький, но я пока его не буду приобретать. Можно, в принципе, еще задонатить на очки силы кому-нибудь. Но я пока не буду этого делать. Я хочу пооткрывать большие ящики. Мега ящики я не буду открывать, я буду открывать большие. Ну что, давайте мы с вами откроем и посмотрим, что же здесь у нас с вами упало. К сожалению, вообще ничего не выпало. Даже не выпало бонусного предмета. Ладно, посмотрим. Может быть, нам Лего выпадет. А может быть и не выпадет. Ну, конечно же, печально, когда донатишь в игру, но ничего не падает. Уже у нас осталось 230... Нет, не 230. 210 гемасов. И это очень обидно, когда ничего не выпадает. Когда, тем более, остается так мало бравлеров. И, эх, ничего нам не выпадает. Ладно, открываем еще. Ну давай, большой ящик. Это ж большой ящик. Нет, к сожалению, тут тоже нам ничего не выпало. Блин, как же обидно, обидно все-таки. Х8 кристаллов нам выпадает, зато нормально. И остается 158 гемов. 158 гемов, что так мало-то, а? Я открываю. Сколько я уже открыл ящиков? Я что-то уже со счета сбился. 200 жетонов. Ладно, хорошо. Еще открываем, давайте. Еще 30 гемов. Ну, давай, ну что-нибудь. Ну, не, ничего не выпадает. Вообще ничего. Ну, зато 2 бонусных предмета. 2 бонусных, удвоители жетонов. Ну, это такой утешительный, признайте ли. Утешительный. 98 гемов. Я даже не знаю, что на эти 98 гемов сделать. Можем купить какого-нибудь белого ворона, например. Или Карл Леонард. Нет, я хочу открыть. Я хочу открыть большие ящики. Давайте, 3 штуки еще открываем и посмотрим. О! Ну, это, скорее всего, пассивка, ребят. Это, скорее всего, пассивка. И да, это пассивка на Брок нам выпала. Я так и думал, ребят. Потому что легендарку выбить нереально. Остается 68 гемов. И мы с вами открываем. Не, ничего не выпадает. Зато выпадают бонусные предметы. Еще, последний, ребят. Последний мы с вами открываем большой ящик. И там ничего нас не ожидает, к сожалению. Блин, а я хотел выбить какую-нибудь легендарку. Но зато теперь у меня есть вот такая вот звездная сила, которая стоила мне 750 рублей. Ребят, напишите в комментариях, кто-нибудь донатил хоть раз из вас в Brawl Stars? Очень-очень интересно узнать. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч! Пока-пока! Ну, а я сейчас вот так вот выберу свою... Оба! Новая Беа у меня. Ха-ха! Божья коровка!